Нету. Не отдашь. Эльза, тебе жалко, жалко. То есть я одну уже припрятала. Дала. Припрятала, ага, и вот смотри, уже потроха. Мама, я припрятала. Никто не найдет. Слушай, орёк обладала. Можешь их тоже выпустить? Не-не-не, не надо. Подерутся. Кто? Медведи с кошкой? Я думаю, нет. Они уже подружились. Да, тепло такое подружились. Ну, есть отдельно, а так? Да не, не надо. Не нужно мне таких экспериментов. Нет, не хватает чем заняться. Они же как мясо для нее. Колобки. Колобки маленькие катаются. Одна с покрышкой, вторая с игрушкой. Нет, Дашка, то не видно, ты что рвешь? Ты еще нажрись. Даша. Даша. Не рви игрушку. Что ты делаешь? Нажрешься всякой дряни. Скажи, давать не надо. Я никогда, я всегда против этих игрушек. Вон покрышки. Им надо маленькие найти от мотороллера. Чтобы я такие. Думала, что я уже можно большой. Большой ей не справится. Мишки справятся, а Эльза ей не справится.